Крупная авария у деревни Воскресенская Калининского района вечером 13 сентября на 143-м километре автодороги «Россия» 54-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего из Конаково в Тверь по левой полосе трассы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузоперевозчика. В результате автобус врезался в КАМАЗ, остановившийся перед пешеходным переходом. На момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров. По первоначальным данным, пострадал водитель и 8 пассажиров. Позже число пострадавших увеличилось до 11 человек. 5 из них – дети. Все доставлены в больницу. Угрозы жизни, по данным ГИБДД, нет. Последствиями аварии заинтересовались в региональном следственном комитете. В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что междугородний автобус столкнулся с фурой на 143-м километре трассы М-10 «Россия» в Калининском районе Тверской области. Установлено, что в автобусе находилось 16 пассажиров. В результате ДТП травм различной степени тяжести получили водитель автобуса и пассажиры, среди которых есть несовершеннолетние. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователям Калининского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области осуществлен выезд на место происшествия, проведен его осмотр, организовано проведение доследствия проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение. По данным МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекалось 25 человек и 7 единиц техники. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен быть особо внимателен и осторожен.